125 грамм растающего масла или маргарина. Смешиваем с сахаром. Ванильный сахар. Это лимонная кислота. Одну ложечку. Щепотку соли. Три яйца, белки, 1 от белков, три желтка, добавляем 1 целое яйцо, смешиваем до цветки кукурузного 20 грамм кукурузного крахмала. Кукурузного крахмала. Добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя. Три столовые ложки молока. Разъемную форму 26 сантиметров диаметром помазать растительным маслом и обсыпать мукой. 2/3 части жидкого бисквита вылить в форму и разровнять. разложим приготовленные сливы и ревень. Оставшуюся часть бисквита выкладываем на поверхность и разравниваем. Духовку предварительно нагреваем. Ставим пирог выпекаться при температуре 175 градусов Цельсия, положение вверх-вниз, в течение 25-35 минут. Чтобы приготовить безе, из холодильника вынимаем 3 белка и взбиваем. Взбивать с постепенным добавлением сахарного песка до тех пор, пока получится белая тягучая смесь. В самом конце взбивания добавляем лимонный сок и осторожно перемешиваем. Бисквит вынимаем из духовки и уменьшаем температуру на 150 градусов Цельсия. Взбитое безе большими облакообразными частями выкладываем на поверхности бисквита и оставляем примерно 1 см от края свободным. Ставим выпекать еще на 25-30 минут. Готовый торт оставляем в духовке до полного остывания. Записывайтесь на мой канал, я в дальнейшем буду вас удивлять новыми интересными рецептами.